Не привлекать внимания. Thank you.
Прошу, спасите сына. Он не преступник. Спасибо, что выслушал. Мой муж был защитником, как и ты. Я уже столько дней стою здесь и прошу о помощи. Всем все равно. Что у тебя случилось, Небет? Бедный Тит. Мой несчастный Тит. Он сидит в тюрьме в казармах за уклонение от службы. Он дезертир? Нет, он герой. Но настал момент, и он пошел против римлян, встал на сторону мятежников. Помоги, он мой единственный сын. Все, что у меня осталось. Я помогу тебе, не волнуйся. Я тебя спасу. О, боги, спасибо тебе, защитник. Египет в опасности. Стой! Хора! Рамес! Кунас! Я не погибну на римской земле. С чего солдатам брать под стражу своих? Отец воспитал меня воином. Он верил в честность и справедливость. Марцелл Азина, наварх римского флота в Аполлонии, готовит вторжение. А, чтобы захватить Египет? Да, а я сбежал. Не желаю делать грязную работу за Леандра и Флавия. Где сейчас Наварх? На корабле. Охраняет воды между Киреной и Аполлонией. С его смертью во флоте начнется разруха. Исида с тобой, Тит. Я разберусь с Навархом.
тебе манеры! Ультимем код! Темптер! Систер! Петру! Это его вере! Перкутиамо, сейл! Придется предстать перед богами. Ты симван, Педес! Лексон, Лексон! Эй, Байер, сюда! Что за таинственность, мышь? Есть пара хитрых мыслишек на уме. Ты заработаешь деньжат, а мышь начнет счастливую жизнь. Где-нибудь на берегу будет разводить кур, коз. Но... Человек требует огромную сумму за услуги, Байер. Но бог насмешки, Мом, не спаслал мне тебя в помощь. Ах. Полагаю, в этом плане присутствуют римляне.
и контрабандисты, готов к нашей последней авантюре, Байек? Ну ладно. Язык римлянина легко развязать изрядным количеством вина. Мне тут сказали, что у корабля есть секретное имя. Корвум Нигрум, черный ворон. До причала ворон сбрасывает контрабанду на мели. А позже разбойники приходят и ее забирают. Да. Хай, хай! Будешь настоящим капером. Укради портовую ведомость, и мы поймем, по какому пути плывет корабль. Буду ждать на той стороне. Не попадись, Байек. Стать добычей. Вот он, черный ворон, и записи римского начальника порта. Ты вернулся в целости. Ведомость гласит, что корабль прибыл из Александрии с первым приливом. А, значит, они сбросили контрабанду к востоку от Аполлонии. Однако, судя по ведомости, римляне это знают и будут искать груз. Из тебя вышел отменный пират, Байек. Пройдоха семи морей. Надо сказать...
Это один из самых интересных твоих планов. Рад, что тебе понравилось, друг. Наш человек готов к встрече у развалин на берегу. Не забудь взять багаж. Вскоре тот домик будет моим. Увидят, сразу накинутся. Сандей, пора! Намас, пунас! Ultimum call! Tentate! Где они, крыса? Где деньги бандитов? Нет. Ты не лишишь меня новой жизни. Где мой дом? О,
Теперь вы попляшете. Мой друг здесь. Я выпотрошу тебя. Меня связали как свинью. Он был еще одним мошенником. Ну и куда теперь? Кирена требовала жертв, Байер. И мне пора на покой. Будешь скучать? Потому что творили римляне? Или как люди плевали мне в лицо? Нет. Тебе стоит продать этот товар и купить дом, как ты хотел. Так и будет. Буду делать вино, разводить коз. Мы еще поднимем чаши за нашу дружбу. Ах, какой славный будет день. Вот твоя награда. Благодарю от всего сердца, Байек. Сердце человека — это его бог. Прощай, Сминтос. Thank you.